Всем доброго дня! На связи Вальдемар, и сегодня у меня очередной выпуск про мой грузовой эвакуатор, который, как в заявленные сроки производства 3 месяца, уже это тянется 1.5 года. Сейчас мы едем в компанию мою уже почти антилюбимую «Тяни, толкай», посмотрим и сделаем отчет, что да как. Погнали! Так, я приехал на месте. Пошли смотреть. Не был я тут уже с 29 сентября. Так что сейчас посмотрим. Приехал я вот на этом прекрасном автомобиле. И встретил я здесь еще один не менее интересный автомобиль. Ford F-350, немножко постарее. HPL-35, скорее всего, стоит. Пойдем глянем, что у нас интересного. Вижу сразу грузовик в дверях стоит. Окончательно определился с именем моего грузового эвакуатора. Все-таки будут его звать Бедолага. Будет у меня теперь полкило, ублюдок и бедолага. Ну ладно, что касается «Тяни, толкай», вы сами все увидели. Облицовку делают уже месяц. Ящики еще задние не готовы. Еще это все разбирать, пескоструить. Гидравлика еще не уложена. Сколько это будет продолжаться, я не знаю, но буду снимать. С каждым днем я все больше и больше узнаю о ситуации Васи с его бывшими партнерами, с его клиентами и так далее. Поэтому, думаю, это видео далеко не последнее. Дальше будет намного интересней. Сегодня 7 октября. Надеюсь, мои видео вам помогают. Вам спасибо. Ставь лайки или дизлайки. И пиши все, что угодно в комментариях. Я все читаю, на все отвечаю.